IT-отрасль республики постоянно развивается, но из-за нехватки кадров развитие может остановиться. К такому решению пришли разработчики компьютерных игр из Якутии братья Ушницкие во время встречи с ректором СВФУ Евгенией Михайловой. По словам руководителей компании Майтане, сегодня в республике высок спрос на выпускников-программистов университета. Однако количество таких выпускников меньше потребностей в них. Ввиду этого предприниматели выступили с предложением о сотрудничестве между компанией и вузом. По их мнению, эта работа в кратчайшие сроки может решить вопрос трудоустройства специалистов IT-сферы в ведущих профильных компаниях Якутии и поможет увеличить бюджет республики благодаря инвестициям. Университет, она вот увеличила выпуск программистов, тем самым большим IT-компаниям, да, или будущим IT-компаниям, будущим бизнесменам будут кадры. Даже те же сами вот выпускники, они могут открыть свои же компании. Потому что сейчас вот есть все условия у нас. Есть технопарк, есть пенсионный фонд Якутия, вся республика поддерживает. Но нету, самое главное, это специалистов. Если это все это звено будет, то все это начнет уже работать.